Дорогие мои, всем привет! У меня продолжение видео, да? Продолжаем. Я поливаю уже среднюю полочку. Ну, здесь такие, знаете, здесь буквально две орхидеи я полила. Три. Вот эту полила орхидейку, вот эту, да? Я вам недавно ее показывала. И вот эту белоснежку полила полностью. Пролила проливом. Смотрите, какой красивейший у нее каскад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цветочков у нее будет. 9 цветочков. А вот эти вот все орхидейки я просто опрыскала. Опрыскала. Они все в закрытой системе. А, еще полила вот эту вот орхидейку. Видите, тут чуть-чуть залила. Она вот только-только собирается распускаться. И я так думаю, что пора ее пересаживать, потому что у нее там вообще пусто, корней нет. Ну, вот эту азиаточку тоже надо. Там довольно много я ей налила. А вот эти вот орхидейки просто опрыскала. Вот это вот одна из тех орхидеек. Вы уже не раз у меня видели ее на канале, которая говорила, что купила в четверке уценок. Вот это вот уценочная орхидея. И с этой орхидеей каждый раз, вот после того, как они приехали у меня с эпицентра, начинается заражение мучнистым клещом. Вот это одна из... Вот это вот одна, которая мне выдает до сих пор, да, как бы я их не выгоняла, этот мучнистый червец, не боролась с ним, все равно. Но в этом сезоне, слава богу, надо постучать по дереву. В общем, все хорошо. Притория моя, смотрите, на два цветоноса. Вот такое вот шикарное растение в этом году. Правда, цветочки какие-то уж слишком, наверное, маленькие, мне кажется. Ну, может быть, она еще их будет доращивать. Еще даже не все бутончики она раскрыла. Получается, 2, 5 на одной раскрытых. Так. И 5 на другой раскрытых. 10, 12, 13 бутонов. А вот это, друзья, от этой я вообще в диком восторге. Она такая красивая, она, знаете, матовая и такая, она рельефная. Ее когда трогаешь, то вот эти вот все бугорки, кажется, вот прощупывается, вот рисунок, кажется, у нее прямо прощупывается. Такая она вообще прямо идеальная. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя, красота моя. Это вообще что-то с чем-то. Очень красивая орхидея. Видите, как всегда, вот она, видите, вот два вот этих отсушила. Когда растут бутончики, то все нормально с этими бутончиками. Как только она начинает распускать, так некоторые бутончики начинают, видите, она их отсушивает. Ну, это, наверное, бич этого сезона у меня так, по крайней мере, не знаю, у кого как. Смотрите, какие бутончики у нее шикарные, да? И вот такое вот она раскрывает, вот такую вот красоту. Смотрите, каждый цветочек разный. Каждый цветочек с разным окрасом. Очень красивая орхидея. Вот, к сожалению, она у меня тоже без названия. Без названия. Так, ладно, друзья, я работаю дальше. Наслаждаюсь, знаете, отдыхаю, можно сказать, во время работы, во время полива, потому что, ну, это для меня такой своевременный, ну, своеобразный релакс. Когда поливаю, наблюдаю за ними и любуюсь ихним цветением. Я уже почти заканчиваю пролив. Вот полила еще одну полочку. Смотрите, вот этих красавиц пролила. Вот. Деток пролила немножко. Смотрите, вот так цветет моя розочка. Видите, не полный распуск у нее. Не знаю, может быть, какая-то мутация, а может быть, это по-другому называется. Тут у меня есть название. Она как-то так замудренно каменная роза или летнее дыхание, а тут еще вот еще одно название. Ну, посмотрим, друзья. Смотрите, молния какая у меня красавица. Да?
Вон еще в серединке еще бутончики. Вот это вот распустилось, друзья. Ну, здесь уже я могу, наверное, сказать, что это все-таки пискара. Пискара, потому что она у меня подписана двумя названиями. Сейчас вам покажу. Амадора и пискара. Амадора, насколько я уже видела, она у нее больше вот этих вот пятен бурячковых. Она более такая, знаете, плотное покрытие. Ну, кто как считает, я все-таки склонна считать, что это пискара. Вот еще моя красотулька азиатская. Опять вон бутончик отсушивает. Да что ж такое? Кошмар. Так смотришь со стороны, лысая какая-то орхидейка. Ну, а это, друзья, у меня Аркс Рэй. Вот, который, знаете, проблемный. Смотрю, у него вот листочек, она там его желтит. Ну, корешки у нее неплохие. Вот растет она в такой вот, видите, стаканчике, баночке, хотела сказать. Вот такой вот стаканчик. Я ее посадила. Видите? Аркс Рэй. Еще вот только ждем. Да, вот только ждем. Будут распускаться бутончики. И как только распустится, обязательно вам покажу. Сегодня я поливаю свои растения вот этим вот средством. Совсем чуть-чуть, еле-еле, душа в теле. В общем, меньше половины добавляю. Некоторые проливаю вот этим. Вот. Растения. Но знаете, что я заметила, друзья? В общем, какое-то одно из удобрений, каким я поливала, пожгло почти во всех горшках у меня корни. Так что во всех горшках на дне есть нехорошие корни. В общем, надела я себе делов. Так яростно, наверное, проливала. Хотя, вы знаете, как яростно. Ну, разумеется, раз 14 или там два раза в месяц, да, в 14-15 дней раз, это получается два раза в месяц. Но все равно, видите, не все орхидеи выдерживают для этого. Поэтому я себе делаю вывод, что теперь, если я буду проливать какими-то удобрениями, то вот то, что рекламируют, да, вот здесь вот дают нам. Обязательно тут пишется, как разбавлять, да, растения. Ну, не рекламирую, это как бы указывают, да, на этикетке, как разбавлять. То я буду это все делить на два раза. Потому что у меня есть хороший пример моих пожженных корней. Итак, осталась у меня последняя полочка. Пересмотрю последнюю полочку. И на этом все, друзья. Ну что, друзья, последняя полочка полита. Я сделала кое-какую перестановку. Вот эти вот два решила поставить на другую полочку. Вот. Сейчас покажу вам остальные вот эти вот цветочки. Вот это самый первый мой цветок, который я приобрела. Вот это у этого такой плотненький, прямо, знаете, цветочек, как восковик. Но это не восковик. Розовый мир мой, смотрите, как цветет. Красавчик, красавчик. Вот эту вот орхидейку хотела вам показать, фантом. Видите, он на два цветоноса. Один цветонос деточки. Да, вот этот вот цветонос, вот этот вот нижний, это деточки. А вот этот вот верхний, это опять из точки роста. Вот, видите, у него уже был один цветонос из точки роста. И смотрите, он уже отсюда вот даже растит эти корни. Уже отсюда даже корни растет. В общем, все, друзья. На этом, наверное, все. У меня, конечно, такая бордель на столе. Но у меня всегда так, когда я поливаю растения. Я думаю, что у вас тоже так. Потому что
там надо где-то зачистить чешуйку, там надо подрезать, там надо еще что-то сделать, то листочки протереть, то пятое, десятое, ну вот так вот скапливается. Все на столе. Я в этот раз, конечно, очень расстроилась после этого полива, потому что поняла, что сильно увлечениями, увлечение разными препаратами, удобрениями ни к чему хорошему не приведят, не приводит. Так как я поспаливала корни у растений своих, то теперь буду, получается, все корни будем заново отращивать и заново будут растить. Это последний, наверное, мой полив сейчас удобрением. Ну, я не зарекаюсь, я не буду говорить, что я вообще не буду поливать удобрениями. Но потом буду отпаивать растения водичкой. Что есть, то есть. Но они все равно, видите, в хорошем состоянии. Да, корни у некоторых орхидей, можно почти сказать, у всех, там, не в очень хорошем качестве. Вот, но они нормально ведут себя. Вон, смотрите, все растут, орхидейки. Все нормально у них. Но хотелось бы, чтобы и корни были хорошего качества. Покажу вам котика. И на этом все, друзья. Всем пока-пока, до скорых встреч. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ну, а кто хочет, тот подписывается. Все, всем пока. До следующих видео.